На предприятиях «Газпрома» в Чебоксарах состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В чествовании ветеранов принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. 9 мая – самый дорогой праздник в российском календаре. И неудивительно, что в канун такой важной даты люди вновь и вновь говорят слова благодарности выжившим, вспоминают павших и заклинают будущие поколения беречь мир. Особенно актуально это сегодня, когда некоторые политические деятели пытаются откреститься от общей победы, очернить истинных героев и возвеличить предателей. Но такие попытки обречены. Слишком многое связывает народы бывшей огромной страны, в том числе и уважение к памяти павших. Глава Чуваши Михаил Игнатьев рассказал, как в Беларуси, где он недавно побывал с визитом, чтут героев. Наши уроженцы Чувашской республики вписаны в этом музее в списке тех героев, которые погибли во время Великой Отечественной войны, уже защищая на территории Беларуси. А всего погибших, если мы возьмем по республике, 108 тысяч, более 108 тысяч из 200 призванных, то Беларуси практически сложили головы около 15 тысяч уроженцев Чувашской республики. Огромное количество людей. Поэтому просьба к вам говорить об этих вещах, говорить правду, говорить своим внукам. Сохранять память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, помогать тем, кто подарил нам жизнь и отстоял ее, когда возникла угроза, для современного поколения сотрудников «Газпрома» одна из важнейших задач. Не только это мы делаем по отношению к своим работникам, которые они были. Мы оказываем благотворительную помощь многим районам, восстановление памятников и оказывание помощь отдельным ветеранам. Это для нас обязанность. Наше молодое поколение, которое работает в наших коллективах, это мы чувствуем свою обязанность, свой долг перед ветеранами Великой Отечественной войны. Не забывают на предприятиях и о других задачах, в частности, бесперебойном обеспечении жителей Чувашии голубым топливом. Сегодня среди получателей около 500 тысяч домохозяйств, предприятий, организаций, и для всех «Газпром» остается надежным партнером. Глава республики заметил, что правительство Чувашии рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и в таком актуальном сегодня направлении, как перевод автотранспорта на газомоторное топливо. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.